Всем добрый вечер. Хочу показать вам вот такие пионы, которые я слепила сегодня из полимерной глины. Сегодня я планирую собрать с этими цветочками колье и браслет. Здесь я использовала синюю глину, цирнит, и мятную глину. Я ее смешала и получила вот такие оттенки. Мне захотелось именно вот в таких тонах что-нибудь сделать. Если у вас будут какие-то вопросы по лепке данных пионов, если вы хотите также научиться лепить цветы из глины, пишите комментарии, я обязательно их прочту и в ближайшее время сниму. Возможно, сниму даже, как я буду собирать это колье. Спасибо всем за ваше внимание, за то, что вы подписались на мой канал. Ставьте пальцы вверх и ждите новых видео.